Стимулирование рождаемости – одна из основных задач социальной политики правительства страны. Предпринятые ранее меры, такие как введение федерального и регионального материнского капитала, пособия на третьего ребенка и других, привели к позитивному результату. На протяжении нескольких лет наблюдался рост числа рождений. Но в связи с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, предпринимаемые в демографической сфере шаги нуждаются в определенных коррективах. И в первую очередь здесь важно знать мнение граждан. Минтруд России разместил на главной странице официального сайта анкету в разделе «Участвуйте» по адресу www.rosmintrud.ru. Содержание опроса направлено на выявление мнений жителей по поводу действующих мер и сбор предложений от семей с детьми.